С вами B16, и сегодня мы поговорим о мясе, луке и костре. В данной игре не выжить без пропитания, а как же его добыть? Все достаточно просто. Мясо выпадает с различных существ. В данном случае у нас тут есть кролики и олени. Сухожилия, кожа. Нам нужен зайчик. Сухожилия, сырой стейк. Сырое мясо очень вредное. Чтобы оно принесло пользу, его нужно прожарить. Для того, чтобы прожарить, нужен костер. Итак, для костра требуется 20 единиц дерева и 5 единиц кремния. Рукоделие, инструменты, костер. Ставим костер на местности. Открываем. Кладем туда сырое мясо. Зажигаем и ждем, пока оно прожарится. Главное не упустить момент и не дать ему сгореть. Мясо готово. Перетаскиваем в хот-бар. Нажимаем соответствующую кнопку. Нажимаем на мышке левую кнопку мыши. И кушаем. Мясо портится, как и любые другие продукты. Поэтому потребляйте его вовремя. Если вы хотите сохранить его свежесть, сделайте себе холодильник и положите его туда. Далее. Нам нужен лук. Это удобное дальнобойное оружие. Для того, чтобы его скрафтить, нам нужен верстак. Подходим к верстаку. Открываем. Оружие. Деревянный лук. Требует веревку и 50 единиц дерева. Для начала нам надо сделать веревку. Материалы. Веревка. Требует сухожилия. Перетаскиваем сухожилие на верстак. Крафтим. Перетаскиваем дерево на верстак. Оружие. Деревянный лук. У нас есть нужные ингредиенты. Крафтим. Наш лук готов. Теперь нам нужны стрелы. Боеприпасы, стрелы. Нам нужен кремний. Перетаскиваем кремний. Крафт. Наши стрелы готовы. Следующее видео выйдет после того, как данное видео наберет 150 лайков. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать.